Всем привет! Готово наше новое приключение. На этот раз мы поехали совсем в дикую Норвегию, там, где нету ни зоны, ни GPS, ни интернета, ничего. Прямо за мной долина Валдален и озеро Валдальсватн. И вот там, на том конце озера, начало маршрута на самую высокую гору Хардангервиды. Поехали мы с палатками. С палаткой, потому что нас двое. Взяли одну палатку двухместную. Выехали в пятницу вечером. И в воскресенье будем возвращаться. Всем привет! Пошли писать. Нам дома не сидится, короче. Пошли. Пойдем мы на гору сегодня. Но перед тем, как идти, надо сделать одну важную вещь. Если мало мы потеряемся, чтобы нас нашли потом. Напишем, куда мы идем. И напишем, когда мы должны вернуться. Делается для того, что если мы вдруг потеряемся, нас начали искать как можно раньше. То есть увидят, что стоит машина на парковке. Видят эту информацию, что мы должны были вернуться в воскресенье. Если нас до воскресенья не будет, нас начнут искать сразу. Вот такой вот небольшой лайфхак. Повесим мы это вот сюда. Нет, вот сюда, на видное место. Все, можем идти. Да, кстати, мы все равно, мы оптимисты неисправимые. Обещают дождь, но солнечные очки при нас. Мало ли. Там, где деревья, там будет лагерь. Будем палатку ставить. Вот здесь мы будем жить две ночи. Тут готовить будем. Тут плитка у нас, газ, кастрюльки. Здесь пока еще беспорядок, ничего не сложили толком. Вот, с собой взяли большой надувной матрас. Не туристический, а обычный, вот такой вот толщины. Это бумага туалетная, салфетки. Спальники, одеяло. Вот тут моя подушка будет. Фонарик для палатки. Сложил телефоны вот сюда, в кулечек, чтобы не промокли. Вот здесь мы будем куковать две ночи. Ну, погода, правда, такая. Кажется, дождь будет. И синоптики еще обещали сильный ветер. Пока нету, к ночи может начаться. Вон туда мы пойдем. Зоны здесь нету. Нету, полный отрыв от цивилизации. Томас мне сказал не подходить к костру, он сам им будет заниматься. Я буду заведовать кухней. Тут снег рядом уже. Красиво. Все, мы пошли готовить, кушать и готовиться к завтрашнему дню. Хочу немножко рассказать, что мы здесь делаем. Мы сейчас находимся в долине Валдален. Тут рядом Мидальсбутуристхитты.
туристические домики. И здесь есть гора, которая у меня поперек горла стоит уже лет 5. Я 2 раза на нее ходил, 2 раза не дошел. Первый раз заблудился, 2 раз не дошел по другим причинам. И сегодня мы с Томасом попытаемся ее покорить. Гора называется Сан-Флуэго. Это самая высокая гора на Хардангервиде. 1721 метр. Вчера вечером сюда приехали. От стоянки здесь где-то 1-1.5 км. Разложили палатку. По прогнозу погоды, сегодня штормовой ветер такой, 15-18 метров в секунду. У нас уже палатку здесь задувает, на бок клонит. Надеемся, не снесет. Сейчас 10 утра, дорога займет в одну сторону где-то часа 4-5. Если ветер прекратится, как обещают синоптики, к обеду должен быть поменьше. Там попробуем запустить дрона, надеюсь, получится. Все, выходим. Вот туда пойдем. Далеко-далеко. Надеюсь, тучи раздует. Надеюсь, все тучи раздует к приходу. Пошли. Добрый день. Раз в какую-то из этих речек завалился, просто равновесие потерял и по пояс бах, мокрый, но быстро обсох все. Вон до снега пойдем туда и даже выше. Пойдем на самую высокую точку в этой местности. Если облака разойдутся ветром, если раздует облака, то будет классно, много увидим. Пойдем. Сейчас надо будет обойти, вот туда вверх немножко подняться, там речку перейти. Впечатление? Отличное впечатление. Наконец-то нашли речку перейти. Мы не прошли. Вот эта гора. 1500 метров. На уровне моря. А мы пойдем на 1700. Нам надо обойти туда вокруг. В ту сторону. Немножко холодно, ветер холодный. Мне все нравится. Какой мы высоты? Мы сейчас 1300. 1300 где-то сейчас на высоте. Еще на 400 метров подняться будем выше всех в этом районе. Выше всех, выше всех. Пойдем.
Знаешь эту водку? Линия Кивит. Да. Норвежская водка, которая перед тем, как поступить в продажу, ее сделать там разную, анисовую там всякую. Но перед тем, как поступить в продажу, ее грузят на корабль и везут через экватор обратно. Вот, там есть история. Тысячи метров и обратно. Домой хорошо идти. Сколько? Где-то 6 градусов. 8? Да. Ну сейчас ничего. После этого леденющего ветра в палатке так тепло будет. Прям я, наверное, в майке там буду тусоваться, блин. Доброе утро. Готовим завтрак туриста. Сегодня нам спалось лучше, чем вчера. Вчера отходили 8 часов. Вырубай. Гора была очень злая. Вообще не хотела нас пускать. Сколько мы прошли? Километров 6, да? Не, километров 5. Больше? Ну, 6 где-то, да. Километров 5 в ту сторону. Нам, наверное, километра полтора не хватило дойти. Но гора сказала не в этот раз. Всю дорогу дул ледяной ветер прямо в лицо. И куда мы ни повернем, он все равно дул в лицо. Как будто нам говорили, что идите отсюда, ребят. Да. Дошли до снега, был снежный подъем. Был такой довольно крутой. Нас даже сдувало с этого подъема. Скользко было просто. Просто сдувало. Но облакам были. Да, и облака были. Ничего не видно было. Еще и боялись потеряться. И по времени было. 3:30 мы развернулись, да? Решили не идти дальше. Чтобы засветло вернуться. Потому что опыт невозвращения у меня уже есть, как раз здесь. Я как-то решил не разворачиваться и на сутки заблудился. На сутки потерялся в горах. 24 часа гулял. И на этот раз желания такого не было. Поэтому решили отложить эту гору до следующего лета, когда будет теплее, когда гора будет добрее. Хорошо, она нас вчера еще дождем не полила, блин, под этот ветер ледяной. Сейчас покушаем супчика, попрощаемся с горой, поедем домой. До следующего раза. Подошло к концу путешествия, мы упаковались. Ставили после себя чистое место, мусор весь собрали. Но мы еще вернемся, поедем обратно в цивилизацию, посмотрим, что там без нас произошло. Потому что были полностью оторваны от мира, вот на 3 дня никакой связи.
самого вечера пятницы эта гора была против. Гора, кстати, называется Сан-Флуэго. Гора была против того, чтобы мы на нее шли, потому что был сильнейший ветер и дождь. Мы дошли до места, где расположились в базовый лагерь. На базовый лагерь. И разложились палатку, покушали, легли спать. И с утра до 10 утра шел дождь. Палатку ветром рвало так, что думали, ее сдует. В 10 утра только вышли. Весь день поднимались, шли по долине, красивая долина вдоль реки. Постоянно весь день ледяной встречный ветер сильный. И когда мы к 3:30 дня поднялись наверх, на высоту где-то 1500 метров, сама гора 1721 метр, когда мы поднялись на 1520 метров, мы приняли решение возвращаться домой. Потому что нас просто сдувало, там уже снег был, нас просто сдувало со снега. Мы не могли дальше двигаться из-за ветра, все продрогли, было очень холодно. Плюс еще по времени мы хотели спуститься вниз по светлому, не по темноте. Так и получилось. До горы не дошли. Для меня это третий поход на эту гору. Я с третьего раза тоже не дошел, хотя был полон уверенности и сил, и надежд. Томас первый раз, вот он себе тоже первую галочку уже поставил. Первый раз не получилось. Приняли решение на следующий год, летом, искать, ждать хорошую погоду, и тогда уже подниматься, постараемся дойти. А пока вот такая вот история у нас получилась. Может быть, не совсем захватывающая и увлекательная, но зато очень красивая. Мы 3 дня провели полностью вне цивилизации. Мы были сами по себе, нас никто не беспокоил, мы никому нервы не портили, никого не беспокоили. Было круто. Сейчас возвращаемся домой, отдохнувшие, довольные. Приезжайте к нам. Сказать, чем эта гора примечательна, помимо того, что она самая высокая в Хардангервиде. Дело в том, что маршрут на нее никак не размечен. Вот никак от слова совсем. Нету привычных меток, пометок краской, привычных пирамидок из камней, которые указывают на путь. Есть только направление примерное. И карта. И ориентироваться надо, и искать надо ориентиры природные. А в горах, горные речки, ориентиры тоже ненадежные. Воды мало, ее нету. Воды много, она есть. Горные озера тоже по очертаниям могут меняться в зависимости от количества воды. Поэтому сложность подъема туда, если кто-то соберется, в том, что нету маршрута обычного, привычного маршрута, как в Норвегии, ну, много в каких местах есть. Есть направление, и все. И вот мы тут с Томасом даже сейчас едем, спорим, в правильном ли мы месте речку перешли, правильно ли мы повернули, потому что мы до сих пор даже не уверены, и людей туда мало ходит, кстати, хотя вроде самое высокое в Хардангервиде. Надо бы туда и ходить, и туристов должно быть много, а нет. Я за 3 раза не видел ни одного человека там в той долине. И вот в этот раз последний в том числе. Ни одного человека не было. Так что так. Будем искать дорогу все равно. Мы все равно ее найдем.
сейчас мы едем домой в теплую кроватку под горячий душ. После палатки нет ничего приятней. Очень классно, кстати, выезжать вот так вот время от времени, чтобы понимать все, как это говорится, все прелести цивилизации, оценить по-новому. Не когда это привычно, когда ты дома сидишь, у тебя все под рукой, а когда ты выехал, у тебя ничего нет, ты приезжаешь домой, как это ценно все. Просто хорошая кровать и горячий душ. Отстань. Я не могу говорить. Все, уже можно говорить. Мы идем отдыхать. Вырежем. Да. Все вырежем, что все снимали. Ну. И туалет еще, да? Нет, не вырежем. Это мы оставим. И половину вырежем. Все. Something to me, I'm shooting half-court shots, I miss it, just forget you know me.